Продолжаем получать хорошие новости с чемпионата России по водным видам спорта. В дистанции 100 метров вольным стилем третьим к финишу пришел Евгений Рылов с результатом 48,33 секунды. Еще один наш земляк, который также тренируется в оздоровительном центре «Дельфин», Иван Гирев, финишировал шестым. У этого 19-летнего спортсмена еще все впереди. А мы ожидаем известий о результатах коронной дистанции Евгения Рылова 200 метров на спине.